Внеочередная российская гуманитарная помощь для семей шахтеров, пострадавших в результате взрыва на шахте «Засядька», прибыла в Новороссию. На пограничном пункте пропуска Матвеев-Курган в установленном порядке завершилось таможенное оформление грузов. Колонна автомобилей МЧС России с гуманитарной помощью для семей шахтеров, пострадавших и погибших во время аварии на шахте имени «Засядька», уже пересекла границу и направляется в сторону Донецка. Психологи МЧС России продолжают работу с родственниками погибших и пострадавших. Также медработники МЧС РФ примут участие в консилиуме и рассмотрят возможность доставки пострадавших в лечебную учреждения Российской Федерации.